Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео с вами разберемся, стоит ли покупать у нас Pepsi 4 Heavy на аукционе. Будем сравнивать его с остальными прем-танками 9 уровня. Я, конечно, понимаю, что они все слабенькие, не очень, но с кем сравнивать, если других прем-танков 9 левела особо-то и нет. Вроде не так давно начали добавлять прем-танки 9 уровня, они пока что еще слабенькие, но уже... На самом деле их достаточно много на 9 уровне, и почему-то они все по-прежнему всратые. Их можно с восьмерками, наверное, сравнивать, и будет на самом деле не всегда даже в лучшую сторону. Если сравнивать по альфе, то наш танк на втором месте, 450 альфа, больше только УВЗ-114, но УВЗ-114 ДПМ 1600, а у нас 2166 на ТПС-4 Heavy. То есть по альфе, по ДПМу и по УНам этот танк у нас, можно сказать, что лучше всех. Поскольку альфа 530 прикольно, но перезаряжать ее 19 секунд это какая-то дичь. Лучше в два раза быстрее стрельнуть два раза по 450. Это смотрится как-то выгоднее. Но у нас самый всратый пробой. 240 пробития, это какая-то дичь. Мы можем, конечно, поставить голду, и у нас будет пробитие 300. Но у всех остальных танков тоже примерно пробитие такое же будет. Вот если мы сравним пробитие голдой, то у нас пробитие голдой тоже самое маленькое, но отстает оно на 10. В общем и целом пробитие типа в балансе, но у нас еще же и точность 0.4. Это самая плохая точность среди всех этих танков. Получается, у нас и альфа и скорострельность УВН получше, а вот точность и пробитие похуже. Но если играть на голде, то не намного хуже, и плюс еще ВБР плюс-минус 25, там в принципе получается почти одно и то же. Но на самом деле точность 0.4 и пониженное пробитие даст нам тот вариант, что мы реже попадаем, реже пробиваем. И зачем нам такой ДПМ получается, непонятно. Вроде ДПМ и побольше, альфа тоже неплохая, но как часто мы ее будем реализовывать? То есть нам нужно ехать куда-то впритык, в ближний бой, а у нас в ближнем бою огромная шишка на пол головы и корпус не особо бронированный. Так, еще и давайте сравним маневренность. По мобильности у нас максимальная скорость 34, и это на предпоследнем месте на 1 км лучше, чем у УВЗ-114. Вот у СТРБК 40 и у Чифтейна 40, у нас 34, у УВЗ-114 33. Но у нас назад 15, это неплохо. У Чифтейна 13, у УВЗ-114 10 вообще. Только у СТРВК лучше. На самом деле получается, что у нас такой почти жирный тяж. Но при этом броня у него лобовая в башне очень хорошая. Наверное, одна из лучших среди всех этих танков. Но у нас лючок на голове. Если мы его спрячем за стеной где-нибудь, может быть, да, мы потанкуем. Но как часто мы сможем это делать? На мой взгляд, очень редко. Что касаемо обзора, то тут, в принципе, практически у всех 400, поэтому сравнивать особо нечего. Вот и получается, что сравнивая со всратыми прем-танками 9 левела, наш танк не особо-то как-то выделяется. Разве что ДПМом и УВНами, и в принципе все. Поскольку максимальная скорость не самая лучшая, а удельная мощность 14, тоже на предпоследнем месте. То есть это... Практически жирный такой тяж. Немножко схожий на ренегата, но с примесью какого-то жирного всратого танка. Если сравнивать стабилизацию, то стабилизация у нас в принципе на фоне всех этих танков неплохая. От движения поворота корпуса 0.20, от поворота башни 0.10. От поворота и движения корпуса у нас стабилизация на втором месте. Лучше только у СТРВК, у него 0.19. Но от поворота башни у СТРБК 0.15, а у ТПС-4 Heavy Tank 0.10. То есть стабилизация от поворота башни очень хорошая. Стабилизация у нас у УВЗ-114 вообще какая-то уродская. 0.33 это просто не стабилизация, а какой-то кал. Стабилизация у Chieftain Proto более-менее средненькая. 0.22 по корпусу, 0.13 по башне. Получается, что в целом-то не такая уж плохая стабилизация у нас, особенно от поворота башни. Сведение у нас на третьем месте, лучше только у СТРВК и у Чифтейна, но не намного. А вот у УВЗ-114 вообще сведение там улетело куда-то в космос, на нем сводится вообще полдня.
Если сравнивать по броне в башне, то у Chieftain Proto самая бронированная башня. На втором месте у нас получается Т-54 Heavy Tank. На третьем, особо не отставая от Т-54, у нас ВЗ-114. И на последнем месте СТРВК, у которого во лбу 250, в маске 230. И эта броня, конечно, мусор полный. Но вот если смотреть на лючок, то, наверное, у Т-54 Heavy самый плохой лючок. Но если играть от башни через рельефы с УВНами 12 градусов, его будет не так хорошо и видно. Если полностью опустить орудие и играть через рельеф, то видно только верхнюю часть лючка, очень слабо. И не каждый раз туда будешь попадать, особенно в движении. То есть получается, что если использовать свои УВНы на максимум, то можно свой лючок сделать такого же размера примерно, как и у остальных бедолаг 9 уровня премиумных тяжелых. Но весь прикол в том, что я сравниваю этот танк с премтанками, которые по сути являются слабенькими, они все не очень. Их в рандоме почти нет, популярностью они никакой не пользуются. Да и по статистике они просто слабые, вот и все. Очевидно, что этот танк не какая-то там лютая имба, но вот играя через рельеф, может в ближнем бою показать какие-то там ДПМ, альфу и крепкую башню, но в общем и целом больше особо в танке ничего нет. И как с такой скоростью и удельной мощностью доехать до этого рельефа, тоже загадка. Ставить турбину, но тогда мы не сможем улучшить точность, которая у нас 0.4. Вот такой вот танк, на мой взгляд, он не самый плохой, но однозначно не какая-то там сверхимба, за которой надо прям роняя кал бежать и получать. Если без напряга можете взять этот танк, и он вам хоть чем-то интересен, то ладно. Если тяжело этот танк брать, и у вас ресурсов этих на аккаунте нету, то в принципе не парьтесь, ничего страшного. Такой вот вывод примерно я сделал. Я думаю, что Т-54 Heavy это будет последний у нас лот на РУ-регионе. Будет он за голду, скорее всего. Очень жадный какой-то аукцион получился. Если этот танк будет за голду, то 3 лота за голду, 1 за свободку, 1 за серебро. Очень жадно, почти все за голду, это жуть. Пишите свое мнение в комментариях, с вами был Варчик, играть красиво, всем удачи и пока.